Всем привет, в эфире RSS Лента О2, и с вами я, Дима Карди. Сегодня в нашем выпуске. Мумитролль распадается, курильщикам закручивают гайки, Марк Уолберг готовит бутерброды, британские ученые и солнечная группа Алай Оли. Илья Лагутенко заявил, что концерты в декабре этого года станут последними в 16-летней истории группы «Мумитролль». Сам Лагутенко намерен продолжить музыкальную карьеру, но отдельно от прославившего его коллектива. Финальный концерт тура в поддержку последнего альбома «Мумитролль» «Сос Матросу» состоится 13 декабря в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Перед заключительным петербургским выступлением группа даст 4 концерта на Украине и один в Москве в клубе «Stadium Life». В России вступил в силу закон, запрещающий любую рекламу табака и курительных принадлежностей и устанавливающий штрафы за курение в неположенных местах, в том числе и на работе. Теперь минимальный штраф, который придется оплатить попавшемуся курильщику, составит 500 рублей. А если сигареткой захочется затянуться на детской площадке, придется готовить от 2 до 3 тысяч рублей. Актер Марк Уолберг, его мать и братья Донни и Пол будут сниматься в американском реалити-шоу о фастфуде. Дело в том, что старший брат актера Пол – главный повар семейного ресторана Уолбергов «Уолбургерс», специализирующегося, как можно понять из названия, на бургерах. По словам Марка, реалити будет рассказывать о проблемах и постепенных шагах в построении семейного бизнеса. Британские ученые не устают поражать мир. В этот раз они нашли самое древнее животное на Земле, которое случайно убили. Группа британских зоологов выяснила, что выловленный вблизи берегов Исландии двустворчатый моллюск достиг 507-летнего возраста. Для того, чтобы это сделать, ученые вскрыли раковину, тем самым убив ее обитателя. Даже пасмурной осенью в Москве находятся по-настоящему солнечные уголки. Такие как регги-концерт группы Алай Оли. Наш корреспондент Брюс Нолан привез оттуда целый мешок счастья. Оля со своими музыкантами вроде и относит себя к стилю регги, но на концерте раскачивает публику рок-н-ролльными аранжировками песен. Поклонники только счастливы попрыгать, а солистка не сомневается, что Джа, то есть бог, этот праздник не просто одобряет, он вообще не пропускает ни одного ее выступления. Джа — это как такой, знаешь, филиал бога в Купчино. Вот это вот пафосное напыщенное «Бог», оно принадлежит, ну там, Филиппу Киркорову, да, и там Али Пугачев, и «Бог тебя простит». Новый альбом группы называется «Медея» в честь одноименной книги Людмилы Улицкой. Оля много читает, и это сказывается на ее творчестве. А лучше бы вокалом занималась почаще, считает сама артистка. По большей части удивительно то, насколько плохо я пою. Правда? Да, Петулю. Это круто вообще. То, что предрассудкам тут не место, становится окончательно понятно в середине концерта. Петербурженка по прописке поднимает над головой сшитые шарфы футбольных клубов «Спартака» и «Зенита». В день концерта между командами проходит матч, в котором, кстати, московский «Спартак» победил 4-2. Знак дружбы получает от публики лайк и респект. На протяжении всего концерта музыканты не призывают людей поднимать руки, но конечности собравшихся на каждой песне вырастают над головами. На сладкое Алай Оли оставляют свой главный почти что шлягер «Зачем ты под черного легла». Композиция является гимном антирасизму. Так что если Джа действительно присутствовал на концерте, то, скорее всего, улыбнулся. Брюс Нолан и Дмитрий Подшивалов, RSS Лента, О2. На этом пока все. Следи за нашим эфиром, и ты узнаешь еще больше интересного. Это был Дима Кардье и RSS Лента О2. Новости о том, что тебе интересно, потому что О2 — это про тебя.